все, значит, подтвердили проект. Он был трехдневный. Сразу могу сказать про некоторые сложности как бы работы с Владивостоком, потому что это разные часовые пояса, и это просто, ну, это трэш. Мы просыпаемся только, у нас рабочий день начинается, мы им звоним, они говорят... 6, пока. Типа, то есть у нас ровно с ними вот весь рабочий день прям вот полностью не совпадает. Вот, эта сложность, конечно, большая. Во второй день у нас была конференция. В Дальневосточном федеральном университете. Это вообще просто Нью-Йорк. ДВФУ и их кампус — это прям вот, вот из американских фильмов. Где живут просто студенты со всей России и Японии, Китая и Кореи. То есть это очень популярное направление для вот... Они ездят учиться к нам в Владивосток. Университет стоит прямо с видом на Японское море. Была конференция в аудитории с панорамными окнами, которые прям вот стремительно смотрели на Японское море. В таком можно учиться, в принципе, вообще, во. После конференции в третий день посадили на территории ДВФУ деревья. У нас такая была фишка у компании, они везде, где у них проходят мероприятия, они везде делают что-то для природы, для там, социальных благ человечества. И в данном мероприятии они хотели оставить такое немножечко о себе воспоминание в виде посаженных деревьев. Выделили зону, где мы можем посадить деревья. Они, конечно, тоже были рады. И наша группа, 250 человек, там копали, сажали. Теперь мы можем гордиться тем, что вот на такой дальней точке России, на университетской территории, растут наши деревицы, которые своими ручками посадили. То есть мне этот город, правда, очень понравился. И понравилось само мероприятие. И проект прошел потрясающе, и клиент в восторге. Ничего, ничего, ничего.